Всем привет, друзья! Поздравляю с праздником! Сегодня большое праздник. Тюркай. День республики. 100 лет. 100 лет. 100 лет Турецкой республики. А мы едем куда? Анталья. Мы едем в центр города. Везде висят флаги. Все украшено флагами, везде висят флаги. Так, остановка до гаражи. Посмотрите, на практически на многих балконах вывесили флаги. Ну, мы идем сейчас перекусить, а потом пойдем в центр города. Старый город. Старый город уже. Прошло 100 лет со дня провозглашения Турецкой Республики. Событие, открывшего новую эру в истории турецкого народа. С провозглашением республики лозунг «Суверенитет безоговорочно и безусловно принадлежит народу» занял свое место в государственном управлении. Одеты либо футболки, как у Али, вот, либо вот видите, флаги. Все в флагах. Молодцы. Любят свою страну, патриоты своей страны. Наверное, как и каждый из нас, любит свою родину. Ежегодно 29 октября турецкий народ отмечает главный национальный праздник – День Республики. Именно в этот день, в 1923 году, Турция была объявлена республикой. Эта улица идет к воротам Святой Адрианы и парк Кара-Леоне. Но мы пойдем в обратную сторону, мы пойдем по направлению, куда прилечь. Да? Сегодня шествие с факелами. Наверное, мы на него опоздали. Вот мы посмотрим, что еще есть. Наверняка что-то еще должно быть. Людей очень много в центре. Улица зонтиков. Калевич. Старый город Калевич. Патриотическая музыка. Звучит. Копал ее. А это вход в старый город. Сейчас мы будем думать, куда мы идем. Старый город, Али? Идем в старый город.
С левой стороны мы видим мечеть Текили Мехмеда Паши. Мечеть расположена в историческом центре Анталии. Была построена по распоряжению великого визиря Мехмеда Паши и названа в его честь. А сейчас мы подходим к минарету Ивли. А это джами, мечеть. Немножко. Если удастся, то поснимаем. Мужчины разуваются перед входом. Рядом с минаретом находится мечеть. Она имеет прямоугольную форму, 6 небольших куполов, арочные входные и небольшие оконные проемы. А сейчас мы видим с вами особенность этой мечети. Особенностью является система отопления и охлаждения, которая была построена по условиям прошлых веков. Эта система, состоящая из водных каналов под мечетью, сохраняла тепло, используя горячую воду, а для охлаждения использовалась холодная вода. Вода поступала из источников и хранилась в цистерне. Мечеть Ивли – особенная достопримечательность Анталии, поскольку считается символом этого турецкого города. Свое название минарет получил неспроста. В переводе с турецкого Ивли обозначает «рифленый». Так и есть. По внешнему виду минарет имеет весьма своеобразную форму из цилиндрических выступов. Они как бы разрезают конструкцию на отдельные слои, создавая видимость рифленой поверхности. Минарет Ивли является одним из первейших образцов исламской архитектуры Анталии. Особенно примечательно то, что увидеть его можно из любой точки города. Высота минарета 38 метров. Подняться можно наверх на балкон по винтовой лестнице. А вот с балкона открывается потрясающий вид на старый город и окружающие его районы. Можно насчитать 90 ступенек на лестнице, пока вы будете подниматься. Но есть предположение, что их было 99, так как такое количество имен Бога в исламе. По улице, через ресторан в старом порту, наверху рестораны работают, людей много. Здесь пустые рестораны, никого нет. Праздничные мероприятия в Анталии проходили несколько дней. В площади идет концерт, сейчас мы пойдем посмотрим. Людей очень много, прогуливаются по набережной. Рестораны в старом порту не совсем заполнены. Наверняка весь народ находится чуть выше. Панорамный лифт Анталии – это не только современная достопримечательность в самом центре города, но и популярное средство передвижения из одной части города в другую. Лифт стал настоящим спасением для туристов и местных жителей, потому что на нем можно добраться за пару минут от центральной площади республики до старого города и живописной набережной Анталии. Стеклянный лифт работает как подъемник и как обзорная площадка, поскольку с него открываются панорамные виды на город и морские просторы. Расстояние, которое преодолевает лифт, 30 метров. В кабину лифта одновременно может поместиться от 15 до 20 человек, а внутри довольно просторно. Также внутри работает кондиционер, поэтому лифт стал отличным местом, чтобы на несколько минут спрятаться от жаркой погоды. Отдельного внимания стоит и само строение лифта. Полностью построенный из стекла, лифт сильно выделяется среди средневековых построек города своей современной архитектурой. Ну а мы решили сегодня подняться по лестнице и вышли почти на площадь республики. Ну и что же мы здесь сейчас наблюдаем? Во-первых, забор, который установили по случаю праздника, наверняка для безопасности. Очень много полицейских со служебными собаками. А вот за забором
мы видим праздничное шествие. Пройти на площадь, нужно обойти, что мы сейчас и делаем. Службы безопасности работают. Стоит полиция, проверяет всех. Вот мы вышли на площадь Республики. Посмотрите здесь, какое количество людей. Площадь вся битком забита. Мы здесь долго находиться не будем. Пройдем. Посмотрим немножко. Народ веселится. Посмотрите, сколько людей.
С колясками бабушки, дедушки, молодежь. Смотрите. Идут и идут и идут. Стекаются все площади. Концерт еще не начался. Поэтому люди собираются. А после окончания концерта или во время проведения концерта в районе 10 часов будет салют. Но мы на него уже не посмотрим, потому что мы едем домой. Али уже где-то флаг урвал. Где ты взял флаг? Я видел. А, нашел, упал, наверное, у кого-то. Днем Турецкой Республики. Улица Копалыё. Видите, люди идут и идут и идут и идут, и все направляются к площади. Ликует, люди радуются, машины не прекращают сигналить. Кстати, проезд в общественном транспорте сегодня для всех бесплатный. Ну а мы еще раз поздравляем всех граждан Турецкой Республики и всех тех, кто находится на территории Турецкой Республики, с праздником. Желаем всем счастья, мира и благополучия. Мы говорим всем до свидания и до новой встречи на канале «Новая жизнь в Анталии». Светлана Али. Всем пока-пока. Бесплатный проезд.